Друзья, этот ролик – это прощание. Когда нам вчера позвонили и сказали, что бегает собака, и у нее вокруг нее рой мух, и все гноится, мы с трудом организовали ловца и ее отлов. Вот смотри, пуля отсюда зашел, это язык. А вот просто в целом на нее посветите, ну, на туловище, чтобы размер понять. Ну, вот так. Ярче. Челюсть, челюсть сильно, да? Да, пулевое ранение. Стреляли. Была надежда, что мы сможем помочь. Собаку немедленно отправили в стационар. Сделали снимки. К сожалению, мы бессильны. Мы едем в приют. Собака у нас. Сейчас доедем с ним подробнее. Нашпигованная нижняя челюсть дробью, раздробленная в куски. Мертвый язык, омертвевшая вся часть. Собака истощена до предела. В данном случае единственным решением было помочь зверю уйти тихо, без мучений. Я приняла это решение, и даже если меня кто-то будет осуждать, повторю, я вновь бы приняла это решение, оказавшись в этой же ситуации. Попробуйте поставить себя на место умирающей от жажды и голода собаки, страдающей от боли. Просто попробуйте, и, возможно, тогда вы примете мое решение. Девочка на радуге. Я обращаюсь к тем, кто посмотрит этот ролик. Друзья, даже в таких, в тяжелых случаях, мы, к сожалению, несем траты, которые нам очень тяжело восполнять. И я обращаюсь ко всем. Если сможете, помогите нам оплатить. Пусть небольшую, но помощь по избавлению от мучений этой девочки. А та тварь, что выстрелила в морду собаки, я желаю ему гореть в аду. Всей душой, всем сердцем я желаю этой твари сдохнуть в еще больших мучениях, чем испытала эта малышка. Прошу меня простить и надеюсь на ваше понимание. По овчарке, там у нее пули и верхние, и нижние челюсти, это ей дробью кто-то, раздроблено очень сильно, собрать, к сожалению, невозможно, язык некротизированный, нижняя челюсть некротизированная, вот, если оставлять, ну, грубо говоря, нужно нижнюю челюсть удалять, часть языка удалять, и жить она будет, если только пищеводный зонт ей ставить и через пищеводный зонт кормить. Вот, других вариантов нет, к сожалению.